Всем привет! Сегодня мы будем открывать следующую посылку, которая была заказана во время китайского Нового года, когда в честь этого праздника на Алиэкспрессе были очень хорошие скидки. По срокам доставки это где-то 3 недели. Доставка, в общем-то, быстрая, учитывая то, что отправка осуществлялась намного позже, чем был совершен сам заказ. Доставлялась посылка почтой Китая. По трек-номеру она не отслеживалась. Продавец указал стоимость $6.67 и вес 420 граммов. Здесь можно обойтись без скальпеля. Все и так прекрасно открывается. И у нас здесь кейс большого размера для экшн-камер GoPro и серии SG. Вот таким образом выглядит кейс. Это плотный материал. Ага, он сверху плотный. Здесь он мягкий. Вот таким образом это все выглядит. Освобождаем отсеки для различных аксессуаров. Очень удобная и полезная вещь для хранения экшн-камеры и различных аксессуаров. Кейс плотный, по качеству приемлемый, тем более стоит он недорого. Ссылочки, как всегда, будут в описании. Подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!